Всем привет! Вы на канале Вольтавто. И в этот раз у нас краткий обзор автомобиля GAC Aion S. Поехали! GAC New Energy Aion S – вот полное название электромобиля, о котором мы поговорим сегодня. Это современный седан, абсолютно плоское днище с аэродинамическим коэффициентом 0,245, с платформой GEV второго поколения и стяговой батареей от известной фирмы Kettle. Удельный показатель плотности батареи составляет впечатляющие 170 Вт на килограмм. Тяговый блок от фирмы Nidec облегчает конструкцию на 12%, да и кузов вдобавок сделан из алюминия. Теперь становится понятно, почему этот седан ворвался в пятерку самых продаваемых в поднебесной автомобилей без жидкого топлива. А теперь о характеристиках. Мощность электромотора составляет 184 лошадиные силы, емкость батареи 58,8 кВт, пробег по тесту NEDC составляет 510 км. Колесная база в 2750 мм – это тоже неплохой показатель в классе C. И багажник на 453 литра. Автомобиль получился технологичным и недорогим, о чем, собственно, и говорит статистика продаж. Учитывая 4 комплектации, можно выбрать опции и стоимость авто. А если говорить о максимальной комплектации, то в ней есть много всего. Фильтрация салона N95, климат-контроль, который работает автономно от полупрозрачных солнечных элементов, встроенных в панорамную стеклянную крышу. Электропарковщик, слежение за полосами, обновление по воздуху, LED-оптика, вентиляция и подогрев сидений, шикарный вместительный кожаный салон и Hi-Fi система с 8 динамиками. Многие электронные системы безопасности от компании Bosch. В итоге мы имеем еще одно отличное предложение технологичного автомобиля по конкурентной цене. Облегченный, аэродинамичный, с эффективной батареей, высокий показатель автономности. Вот такое резюме по этому автомобилю. На этом все. Не забывайте подписываться и ставить лайки. Смотрите еще больше обзоров у нас на канале. До новых встреч! Aion S 广汽新能源